Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Nuji S96 Pro изменить язык клавиатуры. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Система», «Язык и ввод», «Виртуальная клавиатура», «Gboard», «Языки», «Добавить клавиатуру». Перед нами открывается полный список языков, на которые можем поменять язык нашей клавиатуры. Все эти раскладки. Давайте выберем, к примеру, греческий. Нажимаем «Готово». Точнее, выбираем, нажимаем «Готово». Теперь давайте попробуем написать что-нибудь на греческом языке. И как видите, у меня появилась греческая раскладка на моей клавиатуре. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!